С удовольствием хочу представить вам универсальную швабру с двумя насадками из микроволокна, которая превратит любую уборку в удовольствие. Швабра интересна своей конструкцией, потому что здесь корпус очень прочный и не ломается, прослужит очень много лет. Она также состоит из двух частей, то есть сама платформа и телескопическая ручка, которая очень просто в сборке. Немножко откручиваем колпачок, вставляем ручку и закрутили его. Все, швабра готова к работе. Также предусмотрено в ней два замка, то есть внутренний замочек, который фиксируется очень просто. Вот смотрите, я делаю длину, которая нам нужна для уборки, и спокойно зафиксировала. Она не двигается и может позволять каждому члену семьи сделать мужчине побольше, для деток поменьше. То есть с огромным удовольствием вам начнут помогать в уборке и мужчины, и детки. То есть любой хозяюшке это будет огромное подспорье. Когда мы выбрали необходимую длину, для надежности мы фиксируем второй замочек, и швабра спокойно позволяет нам дотягиваться до любых поверхностей, то есть полностью ручка выдвигается 1,28 м, и я со своим ростом 3,5 метра потолки спокойно достаю. Следующий момент, который я вам хочу очень интересный показать, то есть это подвижная поверхность, поворотный механизм, который на 360 градусов вращается, и очень низкий заход, то есть под любую мебель она может зайти абсолютно спокойно. И в таком положении вы можете вытереть грязь, собрать на шкафчиках, которые у вас в спальне, например, стоят, дотянуться. Также, чем отличается эта швабра, очень классный крепеж, то есть это крабовая застежечка, которая фиксирует любую салфетку, которую мы собираемся делать уборку. Крабовый механизм зажимает ее и не позволяет ей соскальзывать. Это выгодно отличается от тех швабер, которые представлены с липучками, потому что знаем, как любая хозяйка, что липучки быстро завиваются, и потом салфетка, которую мы пытаемся к ней прикрепить, она просто не крепится, она сваливается, это очень некомфортно. В нашей же швабре абсолютно спокойно зажимается, это я могу делать даже на весу, то есть очень комфортно. Следующий момент, который мне очень нравится, да, что здесь закругленные уголочки, силиконовая платформочка, которая надевается сверху, она как раз таки защищает и нашу мебель, и, ну, то есть любые поверхности от сколов, от царапин, и позволяет также не скользить. Под силиконовой насадочкой находится регулировка, то есть это болтики, которые делают ее либо более маневренной, либо, если мы добираемся до того момента, как чистить потолки, он позволяет ей не падать, то есть фиксирует ее плотно, и мы очень быстро с потолками справляемся. То есть это о самом механизме. К швабре идут две насадочки. Чем интересно? Это японское ультратонкое рассеченное микроволокно, которое позволяет собирать сажу, грязь, пыль, бактерии, клещи, сапрофитов, то есть абсолютно все благодаря уникальным свойствам рассеченного микроволокна. Используется поверхностное натяжение, капиллярный эффект, и за счет этого свойства не требует добавления химикатов, минимум воды, вам нужно только намочить, хорошо отжать, и влажная насадка уберет поверхность 100 квадратных метров одним отжимом. Причем здесь во влажной насадке обе стороны функциональны. Есть сторона, которая с гладкой поверхностью, она служит для быстрой уборки, когда у нас практически чисто, и мы можем очень быстро пробежаться, если нам захотелось вот увлажнить квартиру, сделать влажную уборочку. Более пушистая сторона – это более тщательная уборка, то есть за счет вот этих свойств микроволокно каждая ниточка здесь в одном квадратном сантиметре 5 километров нити, миллионы пылесосиков, которые работают для того, чтобы у нас с вами была идеальная чистота в доме. Один раз намочили, отжали, прикрепили с нашими хорошими застежечками сюда и пробежались по квартире. начиная с дальнего угла, причем нам не важно, на какие поверхности мы будем переходить, будь это ламинат, паркет, плитка, ковролин. Кстати, по ковролину очень классно, мне нравится, как она чистит ковры до восстановления цвета нити. Эта поверхность позволяет вычистить и восстановить цвет, например, наших ковров. Конечно, это происходит не так быстро, как показывают химикатами в рекламе. Здесь это происходит постепенно, то есть изо дня в день, делая уборочку, вы замечаете, как ваш ковер становится чище. Это однозначно, потому что мне дочь через месяц, когда к ней в руки попала швабра, она звонит мне в телефон: мама, а что ковер у нас бордовый? Я говорю: какой ковер, который в детстве висел у брата на стене? Да, тот ковер, помнишь, который у меня был в общежитии? Я говорю: который 5 лет у тебя еще лежал в общежитии, тот бордовый? Да, тот ковер бордовый. Они говорят: а оказывается, он действительно бордовый, а я его считала всегда грязно-розовым. То есть это за месяц цвет ковра восстановился. То есть микроволокно вытащило даже из структуры грязь, которая была в структуре самой нити. И точно так же классно влажная насадка справляется именно с шерстью, потому что многие задают вопрос: у нас есть любимцы домашние, кошечки, собачки, и точно так же хочется, чтобы вот, ну, было чисто, чтобы было меньше шерсти, потому что, ну, она всегда присутствует, когда есть большие собаки, например, да даже если мелкая шерсть, которая невидимая, влажная насадка позволяет все собрать идеально, причем волосы не забиваются в ткань, они просто собираются вот здесь вот косичкой, и мы потом легко просто стряхиваем их и продолжаем уборочку дальше. То есть действительно 100 квадратных метров одним отжимом. И генеральная уборка квартиры, ну вот у меня 4-комнатной, занимает, ну, буквально час там по времени. Универсальная швабра AQUAMATIC – идеальная помощница для мытья окон. Одним отжимом можно вымыть даже 5 панорамных окон, дополнительно не споласкивая насадку. У сухой насадки есть две поверхности. Это вот такая ворсистая, которая с такими столбиками. Здесь присутствует уже технология скрученной плетеной нити. В каждом столбике 5-7 километров этой нити, что и позволяет ей сделать уборку именно в сухом виде. Многие мне говорят, что такие столбики мы видели в магазине, они ничего не убирают. Я говорю: абсолютно точно, японцами такая технология была придумана для сухой уборки. Здесь сухой насадкой просто пробегаетесь с помощью швабры по стенам, натяжным потолкам и портьерам, и у вас идеально чисто. То есть мы не дышим пылью, мы не дышим грязью, и мы, самое главное, мы не дышим химикатами, которые испаряются после уборки именно с применением бытовой химии. И, как вы видите, я на сухую прошлась по стенам, и здесь столбики уже вот они собрали грязь, то есть столбик забивается постепенно, то есть эта насадка не требует частого состирывания. Пока весь столбик не заполнится грязью, она будет собирать и служить вам, ну, где-то 2-3 месяца без состирывания. Вторая сторона, про которую очень мало кто знает, многие даже не догадываются, что обратная сторона, она тоже рабочая. Я ее называю веничек, потому что здесь идеально собирает на сухую, подходит для ежедневной быстрой уборочки. Здесь точно так же на сухую по гладким поверхностям можно собрать крошки, печенюшки, волосюшки, шерсть. Вот многие женщины знают, насколько проблематично собрать вот волосы, когда мы делаем укладку дома, и остаются волосы, они где-то всегда попадаются. Если мы делаем влажную уборку, то они прилипли, но не убрались, и каждый раз натыкаешься на них, и это некомфортно. Многие любят ходить босиком по комнате, и опять же не совсем приятно, когда прилипают волосы к ногам. Поэтому ежедневно, используя вот такую насадку, вы ощутите прям пальчиками, ножками, вы ощутите, насколько комфортно ходить дома босиком, потому что она просто идеально соберет даже ту грязь, которую вы не видите. Ворсинки на синей поверхности для сухой уборки расположены таким образом, что они в одну сторону гладкие, в другую шершавую. И когда сухая насадка насобирает натирала на себя шерсть, волосы, крошки, печенюшки. Нам достаточно просто перевернуть и стряхнуть ее над мусорным ведром. Так как корпус нашей швабры очень долговечный и прочен, и он прослужит вам гораздо дольше, чем 3, 5, 7 лет, то отдельно есть вот такой набор из насадок, в которых присутствует одна насадка для сухой уборки, пылесос и веник, и две насадки для влажной уборки, одна из которых справляется даже с очень сильными загрязнениями. Универсальная швабра AQUAMATIC с двумя насадками из микроволокна для пола и различных поверхностей станет незаменимым помощником в вашем доме и превратит уборку в удовольствие.